Я считаю, это против цивилизации закрываться у себя в комнате и не смотреть, что в мире происходит, чтобы люди не видели. Наоборот, мы должны гордиться своими делами. Если они правильные, значит, пусть весь мир видит нас и скажет: «Вау, такие хорошие люди, умные». Это шаг не вперед, а 10 шагов назад, если сделать такую вещь. Мы не Китай, мы не коммунисты здесь. У нас есть демократия по-своему, это своя демократия. Может быть, не похожа на демократию, которая практикуется в Америке, в Европе, западной. Но есть своя. Все-таки народ здесь живут. Да. И я думаю, если так они сделают, это будет... То есть тогда мы должны собираться и жить на горе одни. И нас не касается отчельниками быть. Ведь мы не отчельники, правильно?